Что ж, давайте теперь перейдем к другой теме и рассмотрим историю формирования доктрины о Троице. Мы не будем с вами останавливаться на всех деталях, однако есть некоторые моменты, которым стоит уделить внимание. Тертуллиан, один из ранних отцов Церкви, он был первым богословом, первым человеком, который представил идею экономической Троицы. Он был первым, кто ввел это понятие в противовес имманентной или онтологической Троице. Имманентная Троица подчеркивает Бога в самом себе, вечные взаимоотношения между личностями Троицы. Экономическая Троица подчеркивает отношения между личностями Троицы в процессе того, как они выполняют те роли, которые лежат вне божественной природы. Но кроме этого, Тертуллиан был первым человеком, который ввел понятие «троица». Он первый употребил это слово в отношении Бога. И он также был первым, кто стал говорить о личностях Троицы, говоря об Отце, Сыне и Святом Духе. У Тертуллиана вы не найдете всех деталей доктрины о Троице во всех подробностях, как мы понимаем эту доктрину сегодня. Но в то же время в его трудах мы находим значимое развитие этой доктрины. Затем хотелось бы упомянуть о монархианстве, динамистах и модалистах. Прежде всего, мне, наверное, стоит объяснить, что имеется в виду, когда мы говорим о монархианстве. Но еще прежде мне необходимо объяснить то, что сейчас вы видите на слайде. Если мы поговорим об этом, поймем это, то это поможет нам гораздо лучше понять ход мысли и развитие доктрины любым богословом, идет ли речь о Тертуллиане или ком-то еще. И вот что я хочу сказать здесь. Размышляя об истории формирования доктрины о Троице, мы должны помнить о том, что существовало две разных традиции. С одной стороны, Западная Церковь, и они своим путем пришли к пониманию доктрины о Троице. И есть Восточная Церковь. И хотя между этими двумя церквами было много общего, все-таки было одно значимое отличие. В Восточной Церкви главным ударением, основным, на что они больше всего обращали внимание, был тот факт, что каждая личность Троицы божественна. Это была их отправная точка. Они начинали свои размышления с триединства. С другой стороны, в Западной Церкви в основе всех их размышлений лежало желание сохранить ударение на единстве Бога, на Его неделимости, что есть только один Бог, что христиане — это не политеисты, они не верят в трех богов. И все это вело к неким спорам, вызванным вот этим отличием между Западной и Восточной церквами. Поэтому мы должны понимать, что в ранней церкви были некоторые разногласия, вызванные вот этим отличием. Что ж, давайте вернемся к тому, о чем мы с вами говорили.
и поговорим с вами о динамичном и модалистическом монархианстве. Термин «монархианство» происходит от двух греческих слов «монас», что значит «один», и другое слово «архей». И это слово в переводе с греческого означает «источник». И как вы можете на основании этого предположить, все это означает то, что, согласно этому учению, Бог ограничен одним единственным источником или первопричиной. И если это то, на чем вы будете заострять свое внимание, и затем встает вопрос, действительно ли можно увидеть Отца, Сына и Духа Святого как равных в Троице? Что ж, динамическое монархианство так не считало. Они считали, что Иисус Христос, Бог Сын, не обладал той же самой природой, что и Отец. Вместо этого Он был просто человеком, который был усыновлен и стал Сыном Божьим. И согласно учению Феодота, который зародил это учение, я напишу его имя на доске. Вот согласно ему, Иисус Христос прожил значимую часть его жизни как просто человек, вплоть до своего крещения. И в тот момент Дух Христа сошел на него, и после этого он стал совершать чудеса. Но даже несмотря на это, Иисус так и не стал Богом во всей полноте. Хотя есть другие люди, которые приняли это учение динамического монархианства, которые считают, что Христос стал Богом после своего воскрешения. Что ж, наверное, самым известным представителем этого учения динамического монархианства был Павел Самосадский. Павел Самосадский. Он был представителем Восточной Церкви, и в итоге он был отлучен от Церкви на Синоде в Антиохии в 268 году нашей эры. И вот согласно учению Павла Самосадского, Иисус не был Словом Божьим, Он был просто человеком. А вот это понятие «Слово Божье», оно относится к заповедям, повелениям Бога. Поэтому, когда Иисус называется Словом Божьим, подразумевается то, что Бог совершил свою волю через Иисуса Христа. Но все это совсем не означает, по мнению Павла Самосадского, что Иисус был Богом. Что касается Духа Святого, то Павел Самосадский считал так. Дух — это тот же самый термин, что, скажем, благодать, которую Бог излил на апостолов. Но Дух не являлся отдельной личностью. Что ж, ну почему тогда это учение называется динамическим монархианством? Что ж, потому что как Феодот, так и Павел Самосадский верили в то, что в жизни Иисуса, в жизни человека Иисуса, Бог проявлялся в динамике, совершая свой труд и чудеса. Но это совсем не означало, на их взгляд, что Иисус был Богом. В контраст с динамическим монархианством существует еще модалистическое монархианство. И чаще всего это учение ассоциируется с Авелием. Я его имя также напишу для вас на доске. Савелий хорошо известен в связи с этим учением в Западной Церкви.
Но Эд из Смирны был такой человек. Также ассоциируется с этим учением. Но Савелий наиболее известен. Более того, модалистическое монархианство, или модализм, если хотите, часто называется савелианством. Настолько он ассоциируется с Савелием. Итак, в чем же суть модализма? Что ж, в основании этого учения лежит понимание, что существует только один Бог, и это Отец. А что касается Сына и Духа, если бы они были богами во всей полноте, как учит Писание и во что верят христиане, то они должны быть идентичны Отцу, иначе у нас три Бога. И очевидно, что это никак не вписывается в понимание христианства. Тогда что же нам делать с Сыном и с Духом? Что же они представляют собой? Модализм предлагает ответ. Сын и Дух — это не некие отдельные личности, представляющие Бога. Вместо этого — это всего лишь имена, которые применимы к Богу в различные моменты времени. И вот какое представление о Боге вы имеете согласно этому учению. Бог способен играть различные роли в различные моменты времени. В какой-то момент Он выполняет роль Отца, создавая и творя нашу Вселенную. В другой момент времени Он берет на Себя роль Сына, и Он оказывается заключенным в утробе Марии, и затем рождается в этом мире, и затем страдает на кресте. А что касается Святого Духа, ну, Бог может выполнять и эту роль, и совершать соответствующие дела, которые совершает Святой Дух. И вот ключевой момент, что касается модализма. Не существует такого момента времени, то есть никогда не бывает такого, чтобы вы одновременно смогли наблюдать Бога, выполняющего две отдельные роли. То есть тот момент времени, когда Бог выполняет роль Отца, Он не может выполнять роль Сына или Духа. А когда Он выполняет роль Сына, то Он уже не может выполнять ни роль Бога Отца, ни роль Бога Святого Духа. Да, пожалуйста. Приглашаем вас принять участие в глобальном проекте по распространению Евангелия и расширению библейского образования. От нас зависит, будет ли христианское образование доступным. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminary.com. А как же тогда они объясняют библейские тексты о крещении Иисуса и Его преображении? Что ж, очевидно, что это основная проблема в их учении. Но вы понимаете, что их подход к пониманию Бога не столько основан на Писании, на понимании отдельных текстов, сколько на желании сохранить приверженность монотеизму. То есть перед нами яркий пример того, когда люди более заинтересованы в согласовании неких философских идей, чем быть последовательными с Писанием. Ориген. Но что касается Оригена, я позволю вам прочитать о нем самостоятельно. Арианство. Очень-очень значимая фигура в ранней церкви Арий верит в то, что Иисус божественен, но Его божественность не такова, как божественность Отца. Он как бы меньший Бог, чем Отец.
Что ж, Арий был епископом Александрии. Это восточная церковь. И его рассуждения строились таким образом. Он считал, что мы должны попытаться определить, что мы имеем в виду, когда говорим, что Иисус божественен, и о какой божественности можно говорить в его случае. И Арий далее строил свои рассуждения так: если Иисус Христос — это отдельная личность, а именно так считают христиане, то не получается ли так, что появляется второе божество? И Арий думал именно так. И в результате он пришел к выводу, что Иисус не может быть таким же вечным, как и Отец. Да, Иисус существовал прежде всего остального творения, и Отец сотворил этот мир через Христа. Но Иисус сам был сотворенным Отцом. И Он не был сотворен с такой же самой сущностью, как и у Отца, хотя при этом Его сущность была похожа на сущность Отца. Она была отличной, но в то же время похожей. Вы можете подумать, но откуда Арий набрался всех этих идей? Что ж, во-первых, Арий изучил все те тексты Писания, в которых говорится о том, что Иисус есть Божий Сын, единородный от Отца, рожденный прежде всякой твари. И также ключевым текстом Писания для Ария и его последователей — это текст книги Притч, 8 глава, 22 стих, в котором мудрость персонифицирована. И в этом тексте мы читаем следующее. «Господь имел меня началом пути своего прежде созданий своих». И Арий понимал этот стих таким образом. Персонифицированная мудрость — это ветхозаветный путь указания на Христа. Поэтому этот стих подразумевает, что Христос был сотворен. Что ж, арианство, а также и другие учения, о которых мы с вами говорили, несомненно, были вызовом для ранней церкви, и было очевидно, что нужно что-то предпринять по этому поводу. И определенные действия были сделаны на Никейском соборе в 325 году нашей эры, и далее решения принимались на Константинопольском соборе, который состоялся уже во второй половине того столетия. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария.